Че, много дизлайков? Плаки-плаки. Ох ты ж, ебать. 7000 дизлайков. Что, захейтили из-за того, что мол строй, да? Ага, ага. Ну ладно, давайте заценим. Что за бизнес, сука? Плаки-плаки. Что за бизнес, сука? Нормалдаки. Что за бизнес, сука? Плаки-плаки. Что ты лысый? Плаки-плаки. Или нормалдаки? Что за бизнес, сука? Плаки-плаки. Что за бизнес, сука? Нормалдаки. Что за бизнес, сука? Плаки-плаки. Что за бизнес, сука? Нормалдаки. Это типа жестко. Пацаны, я в Москве, Питер, плаки-плаки. Пацаны, я в Москве, Москва, нормалдаки. Питер, плаки-плаки, Москва, нормалдаки. Гомель, плаки-плаки, Минск, нормалдаки. Сука, блядь. Он сейчас просто ультанет. Ой, бля. Плаки-плаки. Вот с этим. Что за бизнес? Россия должна была ехать на Евровидение вот с этим треком, реально. Разъебало бы жестко. Сука, нормалдаки. Что за бизнес, сука? Плаки-плаки. Что ты лысый? Плаки-плаки. Или нормалдаки? Что за бизнес, сука? Плаки-плаки. Что за бизнес, сука? Нормалдаки. Что за бизнес, сука? Плаки-плаки. Бля, не, ну это прикольно. Понятное дело, почему это набрало так много дизлайков. Просто потому, что это мылстрой, поэтому у людей сразу негативная реакция, да? Но трек забавный. Не знаю, мне понравилось. Ну, я как главный подсос мылстроя, конечно же. Как я еще должен был оценить? Вот. Да, да. Ну, реально забавная хуйня. А что не так-то, блядь? А в США, тут есть человечина и ЦСШ. А в США, а в США.